Нет, я не буду с ним жить. Я каждый раз себя уговариваю. Смотрю на Сашеньку и думаю, какого хрена я еще не здесь? Нет. Я там уже была. Это как бы... Я тоже, кстати. Скучно, да. Нет. Но, согласись, когда мы с тобой тырили вот эту птицу с платформы, было весело. Мы, короче, с Сашкой, как заправские воры... Не только в этот момент был весело. Стырили... Молчи. Молчи, никому не рассказывай. Мы тырили птицу. Ехали мы с платформы в каком году? Мне кажется, в 18-м это было. В каком-то, короче... Нет, в 18-м я же в Челябинске был. А, в 17-м. В 17-м, да. 17-м году, значит... В 18-м мы с тобой развелись. Да. Нет, мы с тобой в 17-м. Да, в феврале 18-м. Короче, в 17-м году Саша бухал с группой «Бардак» на платформе. И мне его принесли к палатке и сгрузили как дрова. А потом, значит, Саша протрезвела на следующее утро, а мы с ребенком начали всю семью грузить в машину и везти в Москву. Саша такой, смотри, птица бесхозная, весь давай спи. Я такая, давай. И мы, короче, птицу под мышку убежали. По дороге нас встречает Коля Грегель, такой, о, вы птичку увозите, спасибо, привезите мне ее в археологию. Мы такие, нифига. А как? Коля нашелся значительно позже. Да? Птичку-то мы сначала спионерили. А, мы сначала спи- птицу, а потом я... Коля такой пишет, то ли тебе, то ли куда-то... А, не, я, короче... Птицу уперли. Палево вонючее, короче. Мы развесили палатку сушиться посреди квартиры. И птицу сверху присобачили. Я, значит, на фото это сфоткала. И Коля такой... Ой, птичка нашлась! Я такая, блин. Наша птичка, а не написано. Да. Да. У птички еще ножка сломана. Я ладно. Скотчем подматывал в свое время. Ладно, ладно, Паша. Что? Мы принесли, вот она. Короче, мы палатку... Четвертый год уже сидит. Да, четвертый год птица сидит. Да, а что, платформа-то будет в этом году? Что, непонятно, ни хрена, да? Кто его знает тогда? Товарищ прапорщик. Коля даже убежать решил. Какая новая? Вот птичка, это самая... Коля, новую птицу будешь делать, а то мне отдай. Я в Челябинск унесу, всем показывать буду. Поделим. Тебе лопату, мне птицу. Нет, птицу пилить не дам. Тебе яйцо, мне птицу. У меня своих два есть, не надо мне. Давай лопату. Откапывать. Короче, надо спеть кайф, а то иначе просто, короче, выкинете меня со сцены кто-нибудь, пожалуйста, а то я не заткнусь, наверное, никогда. Вы понимаете, что с него замуж вышло, да? С ним весело, как минимум. По земле гуляет ветер, открывая глаза, отражаются планеты в придорожной воде. По шоссе идет бродяга, озираясь назад, и подняв свою ладонь, он держит жизнь налегке. За плечами полбатона спальник барокосен, отражает его кеды, не просохший асфальт. Он не прав, но не спеши его судить по себе. По земле гуляет ветер, каждый ловит свой кайф. Он построил вечный
Ребят, я думаю, что следующий концерт в Москве будет весной, потому что я очень надеюсь к этому времени сделать вот этот альбом на моей стороне и привести его. Я пока не знаю, как он будет издан, как он будет выпущен. Ну, мы вместе там в группе соберемся, подумаем, что делать. Мне очень нужен коллективный разум, потому что надо сделать красиво. А у меня не всегда есть фантазия на то, как будет красиво. Поэтому мне нужна ваша помощь. Вот. Идеи, какие-то мысли, какие-то, может быть, вот, брейнсторм, так называемый.